Какая красота! Немножко ветерок, а природа и чистый воздух. Это просто кайф. Мои вон за тем лесом катаются. А я тут пошла гнезда фотографировать и показать вам такую красоту. Вообще красиво. У нас снега, видите, сколько много. Уже прям по колено местами. Я гнездо ринза. Оно, смотрите, оно отпало. А, нет, так держится. Я думала, оно так низко сделала гнездо. Но, видимо, уже старенькое, потому что недоделанная варежка. А вон там, вон сверху, висит целая варежка. Но до нее добраться очень сложно будет. Гнезда ринза, они как талисманы. То есть ее можно взять, но ее не достать, она сильно высока. Смотрите, как птичка низко гнездо построила. Низко прям. Вот я. Как-то странно. Или она, может, повыше была, да уже отсоединилась. И упала. Интересно. Гнездышко ремеза. А это гнездо вороны. И туда дальше еще. Вы только посмотрите, как красиво. Следы зайчика. Будем спускаться сюда вниз. Там прям здорово смотрится ущелье такое. Красота! И здесь такая расщелина, которая выходит в речку Пороховое. Здорово как. А здесь так тихо, ветра нет. Благодать, красота. Смотрите, кора какая у тополя. Классно.